Mēdz teikt, ka mode spēj nonesāt daudz vairāk apģērba nekā cilvēks. Un kura skata piesaistīja jūsu uzmanību? Domāju, jums, ka man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Īpaši tāpēc, ka šodien mums sagaida vēl 5 skatas. Kādas emocijas jums palika pēc jūsu debijas? Nezinu, nervozitāte pagaidām es vēl neesmu atgājusi. Bija višķiņ haoss visā tajā ģērbšanas procesā. Un, jā, bet... viss izdevās, kā jūs gribējāt? Protams, sākumā es biju iedomājusies pilnīgi kaut ko citu, jā, tad, kad es sāku taisīt kolekciju, bet viss izvērtās pilnīgi savādāk. Bet, principā, es esmu lielos vilcienos apmierināta, ja neskait to, ka dažus tarpus varētu izmest ārā. Tas ir galvenais, ka dizaineri ir apmierināta. Sakiet, lūdzu, kas iespaidīja jūs uz jūsu kolekcijas radīšanu? Iedvesmas avots bija sākumā tā kā bruņinieki viduslaiku, bet beigās vienkārši, tas viss izplūda vienkārši viduslaikos. Название характеризует вашу коллекцию. Антар.
Арктика, потому что вдохновила на создание этой коллекции своими цветами, своими просторами. Белый, голубой, цвет неба, цвет снега, цвет, конечно же, окраска таких замечательных животных, как пингвины. Почему-то именно они меня вдохновили, но не своими формами, а именно своим цветовым окрасом. Ну, вот как-то так. А с какими материалами работали на этот раз? Помимо кожи шелка добавилась вязка, добавился мех искусственный и натуральный, который мы специально красили. Принты, пингвины, это мы их рисовали сами, и мы их принтовали. Шерсть, шелк, кашемир. Ну, вот все зимние согревающие и, наоборот, леденящие ткани. А какая любимая часть гардероба ваша? Ой, я не знаю, это зависит под настроение. Мне нравятся кеды, кроссовки, иногда и платья разные. То есть как-то под настроение. Какое настроение у вашей коллекции? Настроение чего-то вкусного, предвещающего, предрасполагающего. Когда человек идет... В принципе, настроение коллекции было такое, что когда человек в предвкушении свидания в мишленовском ресторане. Я извиняюсь. А вот мне интересно, как выглядит рабочее место дизайнера? Рабочее место дизайнера, у меня его нет, есть место для клиентов, есть маленький офис, есть место для людей, которые делают одежду, а я такой прибегающий, убегающий человек, который, в принципе, не сидит у урны с неудавшимися эскизами, а просто вот помогающий всем вместе и иногда приходящий, придумывающий что-то на ходу на 5 сантиметрах стола, потому что обычно разложена ткань или на другом столе еще что-то. И вот, в принципе, я так, между прочим, в своей мастерской. А расскажите, где наши модницы могут приобрести и посмотреть вашу коллекцию? В Латвии сейчас это Taste Latvia, Bon-Bon магазин, откуда были прекрасные обувь. Потом в Берго Базаре есть еще один магазин, я извиняюсь, у меня сейчас голова, и... в интернет-магазине, и, в принципе, можно купить в Германии, в Японии, в Австрии, в Южной Корее, ну и так далее. В общем, ну я думаю, что в Латвии самое-самое то, что вы, пожалуйста, естественно, в моей мастерской, потому что выбор, можно сказать, наиболее велик, потому что всегда можно сказать, что я не хочу красное, я хочу зеленое, и немножко на мой рост и на мой размер, и... Мы всех любим. Расскажите, пожалуйста, как проходила подготовка к музыкальному оформлению показа Натальи Янсены? Вы знаете, на самом деле мы с Натальей Янсеной уже работаем на протяжении многих лет. Я даже побоюсь сказать, сколько лет мы работаем вместе. Это больше 10 лет. И в процессе этих лет мы выработали определенный алгоритм. Алгоритм заключается в том, что я приезжаю к Наталье,
Я предлагаю ей музыку, но обязательно свою с моей стороны. Я требую, чтобы она слушала эту музыку в наушниках. И тогда она как бы одобряет те или иные треки. И вот так вот получается программа. А почему именно в наушниках? Потому что в наушниках качество звука и восприятие музыки совершенно другое. Довольны ли вы проделанной работой сегодня? Знаете, есть какие-то технические штучки, которые, может быть, вы не слышите, но я слышу. Они меня ужасно коробят, и я не знаю, что с этим делать. Но, в принципе, то, что я слышу, отклики от моделей и от окружающих людей, всем нравится. Но вот эти вот моменты, я знаю о них. Вы о них не знаете. Они меня коробят, и это останется между нами. Теперь активно начнете подготовку к следующему показу? Вы знаете, да, в принципе, у меня всегда есть некий, скажем так, запасник для Натальи, который состоит из 10 треков. Я знаю, что с ними делать, как с ними делать, естественно, что-то из них выбрасывать и так далее. Но, в принципе, так мы это делаем, да. Мы показывали свою коллекцию в Литве, а так мы теперь не показываем, хотим очень много, и может быть на будущее будем где-то показывать, не знаю, в Лондоне или где-то там. Приедете к нам в следующем сезоне? Постараемся, если можем, тогда. А где нашим латвийским модницам можно приобрести вашу коллекцию? Можно онлайн-шопе, если хочете, www.defectonline.com. И мы продаем свою одежду в 17 стран, так можно, не знаю, в Лондоне, Japan, Гонконг, ну, много, Франция, там. Можно посмотреть на онлайн-шоп, и там будет написано. Cilvēku un mašīnu mijiedarbība iedvesmoja jūs? Principā tas bija kāds spēriena punkts kolekcijai. Pati doma par to, ka mēs ikdienā nevaram vairs
izdzīvot bez jaunākajām tehnoloģijām, mašīnām un dažādām palīgi ierīcēm, lika aizdomātas par to, vai mēs valdām pār šīm mašīnām, tehnoloģijām, vai arī tās jau valda pār mums. Līdz ar to ir šīs darba apģērba detaļas, mašīnu detaļas, skrūvītes un uzgrieznīši kā podziņas un lielas kabatas un apkaklītes. Tā darba tēma viņa ir, varbūt mazāk redzama, vairāk redzama, bet vairāk atspērina punkts kolekcijai. Šodien mēs vērojām kolekciju prezentācijas no IN, M. Couture, Natālija Jansone, The Effect un Narcis. Tiekamies jau rīt Rīgas modes nedēļa pēdējā dienā.